Меня зовут Юля, я куратор галереи «Республика Эзон». Мы сейчас находимся на выставке «Виолетта Метелица», на персональной выставке. Выставка называется «Ретроспективный экспромт». Название выбрано далеко не случайно, это действительно был экспромт. Виолетта у нас участвовала на выставке, которая называется «Тест графика». Мы увидели работы графические, ее пригласили на персональную выставку. Виолетта 10 лет жила в Аргентине, и вот не так давно она вернулась в Барнаул. Виолетта член Союза художников, она член Союза писателей России, она член Союза писателей Аргентины. По возвращению это ее первая персональная выставка. Виолетта боялась собрать и 50 работ, но в итоге получилось, что мы собрали 102 работы. То есть это работы, собранные в течение примерно 25 лет жизни автора. Представлена и графика, и живопись, то есть большое количество больших размеров, маленькие размеры, разное оформление, холсты, бумага, тушь, перо, масло. То есть очень много направлений. То есть где-то есть такие техники, где используются такие яркие тона какие-то. Это масло, это покрыто все лаком, это все сейчас в экспозиции под светом, все поблескивает. Есть работы, которые прям графика, то есть это у Виолетты прекрасные вот линии, которые она ведет. Из этой линии получается прекрасный сюжет, который прирастает в какую-то историю. Мы очень долго строили экспозицию, на самом деле, потому что сюжеты, мало того, что они должны как-то дружить вместе, еще каждую работу нужно показать как отдельную. А это достаточно сложно, потому что действительно работы разные очень. И причем тут еще важно, что период разный. Есть стеночки, где есть новые совсем работы и работы постарше. Ну, то есть, и они прекрасно, то есть, по сюжету перекликаются, то есть, это одна и та же тематика какая-то, это одна и та же идея, это один и тот же посыл. А есть работы, например, которые постарше, да, но при этом у них совершенно разные какие-то тематики, посылы, но они вот они в контексте сложились, как вот несколько глав книг, например, да, то есть, в единую книжку. На главную стенку, конечно же, мы поместили графику, потому что это такая отличительная черта Виолетты, ее узнают именно по графике. Выделили определенные работы, там, допустим, «Птица утра» или «Кот на лоскутном одеяле», то есть это прям отдельные стенки для любимых работ. Выделили специально, чтобы и автору в том числе угодить. Представили стихи, то есть Виолетта, она еще поэт. Она пишет и читает стихи. Мы представили ее книгу, написанную 1995 года. А у Виолетты в жизни бывает такое, когда она написала стих и написала под этот стих работу. А бывает наоборот, что есть какая-то работа, и Виолетта вот в порыве вот этого вдохновения пишет под это стих. Вот. Ну и, естественно, это все и живет совместно, живет раздельно, но живет прекрасно, потому что Виолетта вообще очень солнечная и добрая, и это прекрасно переходит на ее работу. Это чувствуется, когда вы подходите к самим работам. То есть от них исходит определенная такая, знаете, энергетика. Есть работы, которые сейчас на данный момент привлекают зрителя, таких как психологи. Девушки приходят, восторгаются цветами, то есть передачей. Мне нравится очень символизм. Арт-критик комиссар галереи Вадим Александрович Климов говорит, что это такой стиль романтизма больше. Мне на самом деле можно на работы на некоторые просто релаксировать. То есть просто оформлять их дома, садиться напротив, и постоянно будет что-то новое. Виолетта очень понятно, ясно доносит свою мысль. То есть это не абстракция, в которой вы стоите и эмоцию пытаетесь, да, какую-то получить, которую пытается вам передать в свою очередь автор. А это именно история, которую рассказывает автор, ее нужно почувствовать, и она чувствуется. То есть она понятна. То есть это тоже немаловажно. Ну и автор, который постоянно работает, она не останавливается, она пишет, а живопись и графика – это ее душа, то есть она без этого не может, все это для нее воздух, это для нее кислород.
вы найдете в каждой работе определенные детали. То есть на самом деле у Виолетты, если присмотреться к работам, то это, знаете, с первого взгляда это какие-то деревья. Подходишь ближе, это люди и деревья. То есть вот в этих деревьях заключены какие-то личности, люди. Еще поближе посмотреть, в этих людях там уже тоже внутри своя жизнь. Знаете, это как прочитать интересную книгу. То есть не на обложку посмотреть, а именно открыть и вот окунуться в эту жизнь, работу. Город внутри, летающие котики, шикарные работы. Двое прекрасная работа, такая линия из двух персонажей, которые как бы слились вместе. Очень, на самом деле очень романтичная работа. Пойманное перышко. Это такой человечек, держащий перышко, и все это сзади него закруживается в такой, знаете, лабиринт. То есть это на самом деле очень похоже на жизнь человека, который постоянно принимает какое-либо решение, и к чему это его приведет. На самом деле не у каждого автора у нас есть этикетаж на выставочном вообще пространстве, в каждой работе. Для Виолетты очень важен был этикетаж. Очень важно, чтобы мы рассказывали о материалах, очень важно, чтобы мы указали название работ. Потому что каждое название – это такая деталь, такой фонарик в темноте, где автор вам приводит именно к своей мысли, которую хочет изобразить. Для меня всегда первоначальная цель – это показать хорошего автора, зрителю. Наши алтайские авторы – прекрасные художники, которые действительно развиваются, имеют шикарные навыки. Мы ничем не уступаем каким-нибудь там художникам Санкт-Петербурга, например. Поверьте, я поехала, я периодически летаю и проверяю этот факт. Ну, то есть, на самом деле, нам есть что сказать и что показать.